Соревнования начинаются с секретариата. Далее идет у нас взвешивание, весы, видите. Помосты стоят готовые, все готовые. Один энтузиаст уже с самого утра занимается. Вид с помостов на зрителей. Зрители заняли свои места. Значит, происходит соревнование, проводится в Алуште, Бахчисарае, по всему Крыму. Видите, специальное табло, которое показывает, сколько человек поднял, сколько засчитали. Это фотографируемся мы с Сашей Ковачем. Потом со всеми желающими. Вот паренек сфотографировался. Как-то так он робко сфотографировался. А это мамочки, приведшие своих дочерей на показательное выступление. Вот у нас идет построение, мощная походка, я движусь. Судья, выводящий спортсменом, уже занял свое место. Кому как построиться. Последние идут приготовления. Последние приготовления. Все стали как положено. Добрый день, уважаемые гости и участники соревнований. Сегодня в нашем спортивном городе Алушта на базе гостеприимного тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» проводятся соревнования первенства России по гиревому спорту среди взрослых. Разрешите представить команды-участницы. Парад, шагом, марш! К нам на соревнования прибыли команды города Мурманска, Омска, Республики Чувашии, города Краснодара, Томска, Республики Саха-Якутия, Болгарии, Саратова, Ханты-Мансийского автономного округа, города Перми, Красноярска, Республики Татарстан, города Ростова, Ставропольского края, Смоленска, Рязани, Кургана, Ростовской области, Астраханской области, Кемеровской области, Приморского края, города Санкт-Петербург и Республики Крым. Нас встречают показательными крымскими танцами. Танцуют крымчане. Вот показывают. Ат-тат-тат. Молодцы. А? Что творят? Все. Мы дружно хлопаем. Государственный флаг Российской Федерации. Звучит государственный гимн. Администрация города считает для себя приоритетным направлением популяризацию спорта и ведения здорового образа жизни. И теперь нас поздравляет певец с подтанцовкой. Это как раз мамочки привели своих девочек, гимнасточек, и они нам демонстрируют разного рода, видите, такие фигурки, что в целом делает выступление интересным. А это все мы собрались, смотрим. И мне хотелось бы вам пожелать удачи, сильнейших побеждает. Министерство спорта Республики Крым награждает Кузьменко Татьяну Николаевну, секретаря регионального отделения Всероссийской общественной организации Всероссийской Федерации гиревого спорта в Республике Крым. Все. Разминка, все пошли на разминку. Представление кончилось. Спасибо. А вы нас сфотографируете? Давайте. У нас такой хороший планшет. Внимание. Thank you.
Так. Разминка идет, как вы видите, полным ходом. Разминает колени, плечевые суставы, поясницу, лучезапястные. Все, что надо. Выступает Саша Ковач. В бой представление спортсменов. Спортсмены готовы, гири готовы, судьи готовы. Вперед! Судьи готовы? Спортсмены готовы? Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Под УЦ? Никак. В каком можно? Рывок и просто толчок обычный. Видите ли? Результат 32 подъема. Свои выступления закончил третий помост Ковач Александр с результатом 32 подъема. 117 подъемов. Спортсмены выходят на построение. Готовит гири второй поток. Козловский Александр, Панков Александр, Коробейников Владимир, Подтахов Гизимур. Обновить счетчики.
быстро пошел темп. Да нет, как раз наоборот. Да нет, медленно, надо было побольше, а потом уже умирать. Не мешало, лучше за помочь туда, а то мешать вам будет. Мешать не будет? Пусть как остается. Спортсмены выходят на построение. Судьи готовы вывести спортсменов на помосты? Спортсменам зайти на помосты. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. Первый помост закончил свое выступление Козловский Александр с результатом 26 подъемов. Свое выступление закончил третий помост Коробейников Владимир с результатом 30 подъемов. Свое выступление закончил четвертый помост Потапов Изимур с результатом 60 подъемов. Пошла последняя минута.
море, море, кажется, с Мурманска, а тут как раз Севастополь, Черное море, по меридиану. Это по жиму гири и по... Жим, гири, ладно. И классический толчок гири, да. Он еще будет долго жить. На переходе больше времени уходит с одной руки на другую, а вы эти делали маленькие. Бассейн будет олимпийский. Вон еще бы я видел, но там не все. Есть олимпийский бассейн. Когда это закончил? А тут был бассейн? Нет, бассейн дальше туда. А, дальше был. Да, 15. А что можно вот так гирю держать? Не на, на это? На плечах? Спортсменам окончен подготовку к целям, а то не еще соревнований, что-то не рекорды личные ставят. А, ну, это не классика. Полчаса, час может быть. Пошла последняя минута. 4. Сация. 5. 6. 7. 8. 9. 190. 1. 2. 3. 30 секунд. 5. 6. 3 попали. 7. 20. 9. 15. 200. 1. 10. 9. 8. 7. 6. 3. 5. 4. 3. 2, 1, стоп! Свое выступление окончил Патрик Валерий с результатом 205 подъемов. Татлия Василий, 250 подъемов. Рыбаков Евгений, 190 подъемов. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!